Железногорская библиотека имени Горького провела День читателя. В свой профессиональный праздник, Общероссийский день библиотек, книгохранилище организовало в холле аллею развлечений для посетителей. Сразу за порогом читателям предлагали стать участниками акции «Книжная даровщина». Каждый мог оставить что-то из домашнего книжного архива или забрать со стола любое издание. Мы просто смотрим книжки, которые им понравятся, мы хотим взять. Но мне нравится классическая литература. У меня художественная, где описываются разные места, ну, природа. Кстати, Алла Синицына стала победительницей конкурса буктрейлеров «Моя любимая книга». В течение 3 месяцев 12 участников готовили трейлеры по любимым книгам. В их числе «Алые паруса», «Гарри Поттер», «Три товарища». Городской молодежи предложили подтвердить звание читающих и эрудированных посетителей. Мы благодарим вас за то, что вы не только читаете книги, да, но еще и готовы рассказать о ваших любимых книгах, что тоже очень важно. Все ваши работы, было видно, что сделаны с большой любовью. Выбор книг жюри просто очаровал. В холле первого этажа библиотекари подготовили своеобразный книжный парк. Разножанровую литературу разместили на столах. В ярких подарочных изданиях здесь соседствуют энциклопедии, словари, детективы, книги об искусстве. Все они были когда-то подарены Железногорску фондом имени Прохорова. Местное отделение партии «Единая Россия» сегодня приготовило для Центральной библиотеки и всех ее филиалов портретные плакаты «Гордость Красноярского края. История в лицах». Как раз вот такая литература очень даже нам интересна. А горожане смогут воспользоваться этими альбомами с фотографиями уже, я думаю, со следующей недели. Общероссийский день библиотек отмечается в день основания в 1795 году Императорской публичной, ныне Российской национальной библиотеки.